Сегодня, 6 июля, в полдень состоялось открытие второй смены трудовых отрядов, которая проходила на территории молодежного центра. Началось все с приветствия от куратора трудового лагеря Татьяны Клименко, депутата Нарвского собрания Ларисы Олениной. После чего были выданы футболки, в которых ребята будут работать 2 недели. Во второй смене трудовых отрядов, которая пройдет с 7 по 19 июля, у 3 отрядов в количестве по 10 человек, каждый отряд, будут разные объекты. Из них будет Солдинская гимназия, также Пехлемяйская гимназия, детский сад и квартирное товарищество. Затем ребята выполняли подготовленные для них задания, повторяли движения за ребятами из танцевального коллектива «Say My Name», решали ребусы, разгадывали судоку на время, играли в игры с мячом, делали фотокомпозицию. За то время, пока ребята проходили испытания, они успели познакомиться друг с другом поближе, а вожатые узнали свои отряды получше. Трудовые отряды – это хорошая возможность поработать и получить полезные навыки. Участница отряда нам рассказала, с какой целью она пошла в трудовой лагерь и на что собирается потратить свою будущую зарплату. Во-первых, заработать денег, во-вторых, провести время с пользой. И на что ты собираешься потратить свою зарплату? Поскольку занимаюсь бальными танцами, то на танцевальную экипировку, остальное на личные потребности. Теперь ребята настроились на 2 недели упорной работы, и мы надеемся, что им повезет с погодой, и свою работу они выполнят на отлично.